Жизнь замминистра высшего образования и науки РФ оборвалась неожиданно. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей поездки. Борт экстренно посадили в минеральных водах, где чиновника ожидала бригада скорой помощи. Но было уже поздно. На Первом канале вышел 8-й выпуск музыкально-развлекательного шоу «Две звезды. Отцы и дети». В новом эпизоде выступления конкурсантов оценивали Лариса Гузеева, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал и Леонид Ярмольник. Во втором сезоне проекта принимали участие Диана Гурцкая и ее сын Константин. Стоит отметить, что на данный момент их дуэт занимает вторую строчку в общей турнирной таблице. Перед новым выступлением Константин посетовал на то, что мать редко хвалит его, но благодаря программе он стал чаще слышать от нее приятные слова в свой адрес. Гурцкая на это заметила, что в первых выпусках у сына не все получалось, поэтому она журила его. Однако наследник совершенствуется и увереннее чувствует себя на сцене. Для номера участники выбрали песню из репертуара Сергея Трофимова «Родина». Их выступление не оставило равнодушными членов жюри, а Дмитрий Харатьян и Лариса Гузеева не смогли сдержать слез. Телеведущая поблагодарила артистку и ее сына за проникновенное исполнение. Харатьян признался, что их номер попал ему в сердце. По словам актера, отношение певицы и ее сына – это самое святое, что нельзя купить и отнять. Александр Маршал заметил, что на протяжении всего выступления у него ком в горле был. Леонид Ярмольник также поддержал коллег, отметив, что с каждым выпуском Гурцкая и ее сын все больше удивляют членов жюри и зрителей. Исполнительница поблагодарила за теплые слова и отметил, что через эту песню хотела выразить свою любовь. Стоит отметить, что показанный 4 июня эпизод был записан 30 апреля. На тот момент Диана и Константин еще не знали о трагических событиях, которые ожидают их семью. Муж исполнительницы трагически скончался 20 мая. Гурцкая тяжело переживает утрату, поэтому не выходит на связь и отказывается от общения с журналистами.